ли смысл разбирать вот это наслаждение, что мы получаем в наслаждении от работы в десятке, и внутренне пытаться вернуть это Творцу? Или это лишнее? Или только просить приблизиться к этим действиям? Есть разные случаи. Мы должны стараться прогредуировать работы, которые есть у нас в десятке, и постараться измерить хоть как-то, представлять себе, насколько в мнении между нами мы поднимаем себя, нашу работу к Творцу. И так это... приближаться к Нему. Нужно производить все эти расчеты, насколько это возможно. Дальше.